Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко вручил высшие награды Родине группе героев. Еще одна мотострелковая часть ограниченного контингента советских войск вчера пересекла границу СССР. Второй день дует здесь горячий ветер. Я спокоен в смертельном бою. Начинается для этих... За нею встретишь с любовью меня. Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались.